31 декабря автобусы городских и пригородных маршрутов работают по графику. Движение транспорта в первые дни Нового года будет осуществляться в особом режиме. 1 января краснолучане могут воспользоваться услугами лишь некоторых городских автобусов. С 10:00 выйдут транспортные средства, следующие по маршрутам 160, это центр микрорайон 3, 118, 110 по первому графику, 114, центр мясокомбинат, и 123, это мясокомбинат 2 в ЛКСМ. Из пригородного транспорта в первый день Нового года работать будет только 331 маршрут Краснолуч-Садово-Хрустальнинский, а 2 января выйдет и Краснолуч-Гидрошахта. Во второй день Нового года пополнится и список работающих городских автобусов. На маршруты выйдут 111, первый график, 137, это микрорайон 3, поселок Победа. Автобус КШСУ-1 «Центр», следующий через Машзавод, будет работать по графику выходного дня. Также будет курсировать 140 маршрут и 149. По загрузке пассажиров будет работать 101 маршрут. Остальные автобусы начинают работу с 3, 4, а некоторые только с 5 января. Это же касается и пригородных маршрутов. Подробный график размещен на сайте городской администрации. Но в зависимости от пассажиропотока и погодных условий, перевозчики оставляют за собой право вносить в расписание корректировки. За информацией о режиме работы междугородного и международного транспорта обращаться по телефонам 2 77 93. Новости телеканала «Луч».